Вокруг меня одна из главных достопримечательностей Далласа. Скульптурная композиция. 50 быков, которых ведут на водопой. Первый погонщик. Thank you so much. And now we'll show everything. Вот тут вот 50 быков. Yes, yes, yes. 50 быков. Все из бронзы. Мощная композиция. Была сделана лет 26 назад. В натуральную величину, бронза, представляете, какая мощь? Все идут, 50, ни одного не пропустили. Все качественно, бронза отлита. Представляете, сколько ушло бронзы? Я думаю, что Зураб Константинович Церетели может приготовиться. Есть с чем соревноваться. У нас тоже можно кого-нибудь куда-то везти из бронзы. Пить воду. Я зашел в замечательный музей природы, естественных наук в Далласе. Пират музей. Пират музеум. Динозавры. Классно, смотрите, какой мамонт. Я с детства такой обожал, помню. Всегда хотел в палеонтологический музей в Коньково. И вон какая черепаха. Ну, тут в основном школьники ходят на экскурсии. Ну, и я здесь. Ну, как можно такое пропустить? Представляете? Вот такое плавало. Здесь же в музее уникальная вещь, первый раз такое вижу. Прямо здесь лаборатория, где работает палеонтолог или человек, который вот непосредственно обрабатывает эти... Он меня, я надеюсь, не слышит. Найденные окаменелости, очищает их от посторонних примесей, видите? Ну, слушайте, прямо стоматолог мезозойского периода. Боже, какая красота! Отдел минералов. Это вулфенит, это флуорит, это... Сейчас вам скажу, кто это. Это тут написано. Это пирит. Как все сверкает. Монстр-то какое. Так, это сколицит. Розовенький. Это турмалин. Это же не знаю что. Это тоже флуорит, а это тоже флуорит. Разный флуорит. Боже мой. Какая фиолетовая цветная капуста, а? Азурит с малахитом. Смотрите, на малахите вырос азурит. Так, а это тоже вульфинит.